Среди блюд, представляющих многокультурное лицо города, мы забыли упомянуть еще одно. Это плачинда или плацинда, как говорят тут. Это наше молдавское «все» или «все, что осталось молдавского текста». Читаем словарь. Плачинда или плацинда – блюдо из теста приплюснутой формы с начинкой или без нее. Знаете, вот плачинда, судя по описанию, она мне напоминает землю, как ее представляли древние. Такая же плоская, бугристая, теплая, вкусная, лежит на спинах китов или слонов. Ну, а мне напоминает солнце. Круглое, желтое, горячее, дающее энергию, жизнь. Да. Да. Ну, хорошо, давайте попробуем сделать плачинду, да? Для этого нам нужно все-таки, ну, я думаю, тесто. Да, тесто делается очень просто. Вот мы его сами только что очень просто сделали. Взяли муки. Вот так вот, немножко муки. Соли, воды, подсолнечного маслица, замесили это тесто и дали ему немножечко, полчасика отдохнуть, и вот оно у нас уже на столе. Да, вот смотрите. Отрывайте мне половинку. Хорошо, я сейчас вот вам разрежу и буду вам выдавать вот такими штучками. Или вы мне. А, ладошки вот так вот тоже, это вот, мукой. Все, значит, вот так вот берем. Вот. Это вам? Это мне, да, то есть вот, ну, я вот такие буду делать шарики, чтобы потом легче было. Я думаю, что... Вот, мы делаем это все, и да. Вот обычно же вот наполнение, да, вот как вы вот считаете, вот чем наполняют? Вот? Ну, традиционно, конечно, плачинда наполняется тыквой, да, или кабак, как говорят у нас тоже, не путать с питейным заведением. Но, честно говоря, я вот с кабаком не люблю. Ну, я тоже, но, знаете, ну, кабак мне напоминает очень много интересных историй. Например, вот если берем вот кум-тыква. Да. То есть не кабак, а тыква. Тыква, да, то есть кум-тыква. Вот всю жизнь копил кирпичи, построил собачью будку, да. И ту, в конце концов, начальство конфисковало. По-моему, настоящий николаевец. Ну, тут, понимаете, очень еще важно, кому кумам приходится тыква. Если, например, у него кум прокурор, ну или какая-нибудь там богатая тетушка-волшебница, то его тыква может превратиться в нужное время в какой-нибудь Геленваген, например. Это же тоже интересно. Да, это интересно. Ну ладно, раз уж мы не связываемся сегодня с тыквой, да, давайте попробуем другую начинку. Какие у вас будут предложения? Ну, я бы предложил, например, взять такую интересную бело-зелено-желтую начиночку. Берем творог, он же творог. Да, то есть я думаю, что и творог одинаково хорошо. Да, одинаково хорошо пойдут. Зайдут. Да. Зелень традиционно, укропно-петрушечную. И сырые яйца, тоже самый обыкновенный продукт. И вот из всего этого мы приготовим начинку, которую и заполним нашу плачинду. Отлично. Приступаем? Да, приступаем. Начнем с творога. Давайте. Вот творог, между прочим, да, такой очень жизненно важный продукт. Он содержит много кальция. И что это нам дает? Да, это дает нам положительный эффект для костей и зубов. А ведь зубы для николаевца это самое главное. Потому что зубами приходится выгрызать свои права, зарплаты и все остальное. Вообще приходится жить иногда, сцепив зубы. Да. Во, видите, какой у нас чудесный получился творог. Теперь переходим к следующему, да, компоненту. Это яйца. Яйца, хочу вам сказать, это вообще, знаете, такой философский объект. Ничего себе. Например? Например, вопрос. Что было раньше? Курица или яйцо? Ну, для настоящего николаевца вопрос этот стоит в такой формулировке. Что было раньше, верфь Николаев или город Николаев? Вот да. Постоянно мы спорим об этом, что раньше. Слушайте, а еще есть такой вот, знаете, такой вот история о колумбовом яйце. Это тот Колумб, который открыл Америку. И в чем смысл истории? Когда вот он поставил яйцо, вот так, чтобы оно стояло вертикально. Угу. Да, ну что он сделал? Он так вот раз, тихонько ударил, тут вот немножко надбил, и оно встало и стояло.
Ну, это вот типичное николаевское решение проблемы, когда проблема решается очень просто. Берем, бьем яйца и все. Все-все, Александр Ильич, достаточно. Нет, есть еще история о тупоконечниках и остроконечниках. Ничего себе, ну это ж где-то что-то про политику, да? Про политику. Но мы об этом не будем сейчас. Потому что политика портит аппетит. Да. Ну, а теперь зелень. Да, давайте. Зелень. Вам половинку, мне половинку. Просто крошим меленько. Помельче. Помельче, да. Ну, тут уже можно по вкусу. Кому укроп, петрушка, кому хмели-сунели. Тут можно уже на вкус. Засыпайте. Да. Да, хвостики. Хвостики. Теперь мы сюда высыпаем зелень. Да. И обязательно солить. Кто солит? Да, я не умею. Да, все. Тогда я беру на себя смелость. Вообще, это рискованный трюк. Я могу перемешать. Да. Подсаливание, главное смелость. Тут вот, смелость. Да. А потом сказать, так и должно было быть. Да. А что, говорит, оно у вас такое соленое? Это такой вот такой... Правильно. Замысел. Смотрите, как красиво получается. Мне кажется, можно уже где-то есть и... Честно говоря, да. И так просто берешь, да. В сыром виде оно тоже идет. Вот. Но все-таки нам надо придать вот этому содержанию некую правильную форму. Поэтому я бы все-таки предложил закончить нам с плачиндой-то. А то мы сейчас начинку съедим. Интересно, а какая форма, в конце концов, должна получиться? Ну, в итоге, я думаю, что-то такое круглое. Да, идеально. Ну, мы же говорили про Землю, мы же говорили про Солнце. Поэтому что-то напоминающее вот эти вот формы. Хорошо, сейчас мы попробуем. Поэтому вот для начала, я думаю, что это с круга начнем, да, вот. Вы прямо как настоящий художник. Вы вот сюда, вот еще вот сюда, сюда еще мазок. Вот тут в этом углу мне еще не звенит. Там нигде не звенит. О! Ну что, теперь попробуем наложить. Давайте. Немножечко. Ну, не будем злоупотреблять, но вот так вот немножечко еще, вот так вот одну вилочку. Вот так вот бы, вот так вот. Вот так тоже кружочком-то как-то разложим так аккуратненько. Теперь попробуем завернуть. Да, ну, вот как-то конвертиком сначала. Да, то есть, как всегда, получается, вот, хотели сделать круг. Так, а что получается у нас? Мне кажется, неплохой квадрат. Тут мало... А покажите. Квадрат. Квадрат. Ну, все очень просто. Для того, чтобы этот квадрат превратить в круг. Нужно что? Нужно просто сгладить углы. Нужно сгладить углы, но сначала нужно, конечно, здесь больше посыпать такого. Вот, смотрите, да, вот. А теперь берем, сглаживаем углы. Один угол смотрите, загибаем. Углы становятся все тупее. Но их становится все больше. И все становится круглее и круглее. Да. А если сверху, например, вот этой штучкой? И вот так вот чуть-чуть сверху еще, так чуть-чуть вот. Все. Вот это получилась такая плачинда. Мне кажется, что его самое время посадить вот на сковородку. Смотрите, аккуратно, сковорода горячая, такая жить. Переворачивайте его. Да, а как же. О. И сразу его на раскаленную печь. Коллега, как вы и предполагали, плачинда получилась, как наша земля, ребристая, бугристая, горячая, да, поджаренная, круглая. То есть, нужно на кита или слона поставить, да, вот. Ну, видите ли, мы ведь с вами творцы, можно сказать, столпы николаевской кулинарии. Ничего себе. Да, и мы уже почти пришли к финалу нашего третьего цикла. И что, пора закругляться? Ну, закругляться, не закругляться, но мы можем подводить итоги. Вот какая она
николаевская еда? Вот это какое оно николаевское меню, как вы думаете? Ну, мне кажется, во-первых, оно получилось очень разнообразным. Да, вот. Борщ, перцы, плачинда, семечки, бычки, креветки, ну... Салат. Да. Да. А во-вторых, оно получилось полезным. Полезно. Да, потому что все оно состоит из тех продуктов и морепродуктов, которые произрастают или проживают на, практически на нашей территории. Вот прямо под нашими ногами. Да. Да, да, да. Ну и в-третьих, конечно, оно получилось очень красивым. Посмотрите, да, вот пример, да, вот конечно, красоты. Это произведение искусства. Как такая плачинда не может быть вкусной? Да, а десерт? Десерт, я думаю, должен стать изюминкой нашей последней передачи этого цикла «Город и кулинарные знаки». Я думаю, что если зритель посмотрит последнюю передачу нашего цикла, где мы вместе с рестораном Sky House сделаем десерт. Да, то есть вас ждет сюрприз. Не пропустите последний выпуск нашего цикла. Ну, а мы пока, наверное, что, съедим? Тебя обниму, город мой, как ты прекрасен во мраке. Прижимаюсь щекой и никак не пойму твои вечные тайные знаки. О, это пыль площадей, силуэты людей, твоих жителей видели разные. Улицы праздные прячут по норам подвалов тени смешных ритуалов. На булыжном одре спит безумная ночь, а в костре горят дневные печали. И белье во дворе словно птица не прочь улететь, но крылья устали. Слышен цокот копыт, а шлагбаум закрыт. Время позднее, осенью ржавою, дым над державою. И как ни в чем не бывало, сотни пустых пьедесталов.